Сегодня мы осмысляем нашу историю. Сегодня мы увековечиваем память выдающегося деятеля, политического деятеля, реформатора, который внес значительный вклад в развитие нашего государства. Мы гордимся, что причастны к этой истории. Мы гордимся, что консерватория и ее основание обязаны Петру Аркадьевичу Столыпину, который стал инициатором ее создания. Ровно 20 лет назад на площади Столыпина появился уникальный памятник Петру Аркадьевичу Столыпину. Это было событие мирового масштаба, потому что это был первый памятник. Вы помните, что памятник Петру Аркадьевичу Столыпину в Киеве был снесен. Как был снесен музей Петра Аркадьевича Столыпина здесь, в городе Саратове. Но мы должны чтить и помнить историю. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения отцу Аркадия Дмитриевича Столыпина. Мы должны это знать, это наша история. Проспект Кирова переименовывается в проспект имени Петра Аркадьевича Столыпина. Мы просим приступить к церемонии. Мам, это имена связаны с вашими родителями. Правильно. Спасибо за поддержку, а вот это позорище! Позорище! Позор! 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 Я не дал! Также, учитывая инициативу студентов нашего города, а также неоценимый вклад Петра Аркадьевича Столыпина в развитие Саратовской области и города Саратова в целом, 15 апреля 2022 года городская комиссия по топонимике единогласно приняла решение о переименовании главной пешеходной улицы проспекта Кирова именем Петра Аркадьевича Столыпина.